Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди на аппарате Scarf. Шарф. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы начинаем новое прохождение. Напоминаю, что вы можете помочь каналу, просто поставив лайк под видео. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Опа. Ку-ку. Игра поддерживает геймпад, и играть я буду, конечно же, именно на геймпаде. Эту игру я ждал уже очень-очень давно. Наконец-то она выходит. На самом деле, играю я еще до выхода игры. И мне уже не терпится узнать, что же это будет за приключение. Дальше бежать за тобой. Получили шарфик. В тот миг, когда ее алое тело касается светящейся плоти, вы слышите рассказ. Много лет назад она была счастлива, и мама всегда была рядом с ней. Всегда. Весь космос был их игровой площадкой, пока не напали они. Они разорвали ее мать на лоскуты. Она кричала, не переставая, но они не остановились, пока матери не стало. И тогда они воспользовались нитями матери, чтобы покинуть этот чудесный космос и создать порталы, ведущие в новые миры. Она бросилась к порталу, пытаясь помешать, но было уже поздно. Мерзавцы скрылись. Мамы не стало. Не стало дома. Она была одинока. Звала маму. Но та не возвращалась. Но теперь у нее появилась надежда. Прибыл некто новый, чья молодая душа была готова выслушать этот ужасный рассказ. Создание света, чистое сердцем и учтивое, способное помочь. Ты. Ух ты, какая история. Прыжок. Что это такое впереди?
А это и есть тот самый портал? Давайте, наверное, будем слева направо все изучать. Посмотрим, что есть что и что нам вообще нужно сделать-то. Ой, сколько там еще таких человечков? Получено достижение начала. ЛТ бежать. Так, ну это мы можем пообниматься просто, то есть повзаимодействовать. Стоп. Понятно, мы должны все остальные частички найти. И принести сюда. Куда-то мы можем перейти? Да. Вот это нам, по идее, нужно добыть. Ну что ж, давайте. Давайте попробуем. Что такое? Что происходит? У поющих волн три частички тьмы ждали меня. Это часть какой-то истории. А я хотел проверить, можем ли мы плавать, к примеру. Нет, значит, воды мы боимся. Понятно, будем знать. А вода красивая. Не знаю еще, что это, но что-то мы получили.
Ага, нужно еще вот таких вот насобирать. Принести их сюда, и тогда мы сделаем здесь проход. Пока что мы туда попасть не можем. Понятно. А так, я туда не запрыгну, нет? А, нет, не получится. Так, ну туда я вряд ли перепрыгну. Да, я туда не перепрыгну, это мне нужно вот там проход сейчас сделать, тогда я смогу поверху пройти. Отлично. Ух ты! Крылья! Двойной прыжок. Получено достижение крылья. А, то есть летать мы не можем, мы только можем дважды подпрыгнуть. Я уж думал, можно будет, ну, по крайней мере, даже если не летать, то хоть планировать как-то. А нет, крылья сразу исчезают. Жалко. Так, ты куда? Ну ладно, туда мы еще сбегаем. Давайте вначале посмотрим, что у нас с этой стороны. А с этим мы не можем взаимодействовать. Что такое? Что происходит? Она пыталась подавить восстание, лишить свободы. Пирамида ждет. А что это значит? Так, шарфик к нам вернулся. Да, с двойным прыжком определенно удобнее. Что он там делает? Побежал куда-то под водой. Так, видимо, на этом уровне еще одно вот такое вот есть. Еще одна такая
как назвать, даже не знаю, частичка. Мы, наверное, с вот этим можем бегать под водой. Это как была подсказка, да? Вон туда побежать. Ну, давайте побежим. А, нет, стоп. Б, что, что Б значит? Бросить? А, смотрите, расступается. Ух ты, ничего себе. Посмотрите, как это реализовано. Вау. Я думал, мы просто побежим под водой. А тут даже вот как. Ничего себе. Прыгать мы, само собой, не можем. Вот и все, мы прибежали. Ну, в принципе, я не думаю, что здесь что-то можно найти где-то под водой. Все, пускай лежит. Так, здесь куда-то можно забраться. Давайте посмотрим. Ага, тут... А что это там? Я туда не перелечу, даже с учетом двойного прыжка. Это как будто для какого-то крючка, что ли. Чтобы подцепиться туда как-то. Возможно, мы сюда придем чуть позже. Может быть, мы получим новую способность, и тогда сможем использовать эти зацепы. Понятно, нам нужен вот этот вот товарищ. Мы должны у него забрать частичку. Стоп, ты куда? Ха. Вот туда, видимо, нужно пройти. Это что? А, черепашка. А, двойного прыжка ж нету, сейчас не запрыгну. Ну да. Что ты нам показываешь? Так, какая-то картинка, но я не особо ее понимаю, если честно. Понял? Слушай, ты можешь опять ко мне прицепиться, а? Чтобы я мог двойной прыжок использовать. Да, вот так-то лучше. А то без двойного прыжка как-то тяжко. Мы еще туда можем пойти, там как-то надо. Но нам нужна вот такая вот штуковина, позволяющая под водой ходить. А сюда мы ее никак не занесем, потому что с ней в руках прыгать нельзя. Да, ее сюда никак не занести. Так, как нам туда забраться? Ну, тут даже двойной прыжок не поможет. Может быть, с кубика? Там пониже. Вот, да, отлично. Mm-hmm.
А, вот что нам нужно. Как раз вот это нам и нужно сейчас, да? Отлично. Оп. Так, ну туда мы пройти успеем всегда. Давайте посмотрим вначале, что у нас тут. Ну сюда я так не залезу, и там тоже нам нужно как-то цепляться уметь. Пока что туда нам рановато. А здесь, видимо, мост нужно как-то сделать. А, нет, там тоже зацепы. Туда мы тоже просто так сейчас не заберемся никак. Да, вот оттуда вам нужно цепляться, и туда мы сможем перепрыгнуть. Понятно, так в таком случае у нас пока что только один путь. Кстати, мы можем что сделать? Ага, вот так я и думал, эти камешки не дадут. Я просто подумал вот этот кубик туда подтащить и по нему залезть, но нет. Ладно, пойдем опять прогуляемся под водой. Так, а обратно я смогу забраться? Мне интересно, если сейчас брошу вот то, что мы несем, оно еще будет действовать? То есть я смогу вот находиться как под куполом? Куда-то попытаться запрыгнуть вот туда. Давайте проверим, эксперимент. Оп, ложим. Так, но мы очень глубоко, так что нет смысла пытаться. Я думал, на камешек туда нет. Он тоже под водой, там все под водой, так что... Это бессмысленно. Так, а как же я буду обратно возвращаться? Я ведь не смогу прыгать с этой штуковиной в руках. Ой, как тут все красиво. Так, я понял, нам нужно на вот эту платформу. Оп. Оп. Так, мне нужно теперь... Ну да, с этой штуковиной я никуда не смогу. Теперь мне нужно самостоятельно. Так, кубик здесь неспроста по-любому. А мне вон туда нужно или... Отсюда я не смогу. Ой, он подбрасывает. Все. Так, а зачем мне тогда было тудой вот это все обходить, если можно было просто на кубик вот так забраться и все. По платформам прыгать по тем.
Если можно просто вот таким вот образом. Вот, а, здесь вот только как раз хотел сказать, а что же дальше? Здесь тоже есть вот такая вот штучка. Я уже даже не знаю, ребята, какие названия давать вот этому всему. То есть, как что называть? Вот, как называть вот эту белую штучку, которую мы несем? Как называть то, что мы подбираем, то, что у нас символы на шарфике создает? Как называть то красное, те частички красные? Как нас самих вообще назвать? И вот это вот красное существо, которое создает нам шарфик, ну, превращает себя в наш шарфик, либо в крылья. Так, там какой-то рычаг. Отлично. Так, ну мы немножко понизили уровень воды. Немножко. Нам, видимо, нужно полностью воду отсюда выкачать. Хорошо, давайте искать, значит, еще вот такие вот рычаги. Так, тут есть... Вот это вот, возможно, на полу как будто подсказка, куда положить вот эту штучку. Буду называть ее штучкой. Для того, чтобы она как раз вот открыла нам проход туда, куда нам нужно. Так. Я надеюсь, эти платформы не падают вниз, то есть не придется спешить. О, падают. Некоторые падают. Ага, вот так вот. Понял? Так, а вот эти по очереди исчезают, да? Нам вот туда нужно. Определенно. Так, ну стоп, нам нужно, получается... вниз под воду, чтобы там вот эти вот еще кору деревьев, в общем, поднять наверх и сделать из нее как мостик. Я вначале подумал, что может быть это как лодочка. Так, я могу куда-то запрыгнуть? Нет. Значит, и не надо. Вот туда я могу пройти. А здесь я, видимо, вообще не могу никуда пройти.
Ну да. Это определенно не лодочка. Ой, тихо-тихо. Так, ну это, наверное, чтобы обратно выбраться, запрыгнуть туда. Мы, кстати говоря, под водой сейчас находимся. Так, что делает этот рычаг? Может, выдвинет вот эти вот ступеньки? А, вот так вот. Тоже неплохо. Что вот это такое? А мы с этим ничего сделать не можем. Нам, получается, нужно что? Нам нужно. Вначале давайте дернем все рубильники, которые сможем. А, ну я понял, вот эти вот, эта кора не всплывает, потому что она не в воде находится. Нам нужно забраться туда и забрать ту белую штучку, унести ее отсюда, а тогда здесь все заполнится водой, и кора всплывет наверх, и мы сможем сверху по ней пройти, как по мостику. Опа. Чтобы не оббегать... Все. Стоп, а может быть ее там и оставить нужно было? Или... Или с ней идти? А, в принципе, здесь уже она нам не нужна. Здесь уже... Здесь можно ее оставить. Тихо-тихо-тихо. Нет, еще пока что ждем. Вот теперь бумс. Ой! Ой-ой-ой, чуть-чуть не рассчитал. Буквально чуть-чуть не рассчитал. Вот так, все нормально. Я смотрю, автосохранение здесь довольно частое, поэтому даже если будет какой-то сложный момент и что-то не будет получаться, это будет не страшно. Можно будет просто пытаться снова и снова. Так, ну теперь понятно, бежим сюда.
Вот так, отлично. Так, а туда нам нужно... Так, слушайте, может быть, как раз вот это вот, этот шарик даст нам навык новый, новую способность. Ну-ка. Да. Получено достижение Лиана. Так, ну это немножко не то, что я думал. Я думал, мы сами будем как бы выпускать крюк и цепляться с его помощью. Так. Оп. А, нужно было... Я не сразу понял. Нужно было нажать еще успеть схватиться. Ну, то есть я думал другой кнопкой попросту. Поэтому не сразу. Вот. А, еще нужно... Так, а как, чтобы отпустить теперь прыжком? Понял. Все, я понял. То есть, когда мы будем приближаться, видимо, автоматически... Или нет? Или нам нужно прыгнуть, и в прыжке это сработает? Так, стоп, а если туда сходить, вон? Так. Оп. Ну, примерно понял. Чуть-чуть потренироваться нужно просто. Еще раз, чтобы не запутаться, вовремя нажимать нужную кнопку. Вот туда вот попасть. Что там? Там же тупик, поэтому мы просто посмотрим и вернемся обратно. Там вот что-то есть. Так. Вот. Вот, что это? Так, ну, зеленые чудики развлекаются под водой. Все. Ну, это, видимо, просто коллекционный предмет. Так, эй, я же... Почему-то не появилась возможность нажать. Оп. А лучше не спешить, а четко ждать, пока появится надпись, и тогда уже нажимать. А это мы сейчас вернемся, получается, туда-обратно. Я понял, где это мы. Так, а туда не нужно? На то дерево нет? Определенно нет. Да, как я и думал, вот сюда вот мы и вернулись. А здесь там больше нигде не нужно было еще вот это применить, потому что... Где-то ж было, по-моему, или вот это вот оно и было, то, что я помнил. Или где-то за... А, вон, вот еще место, я ж помню, что где-то я увидел какое-то место и подумал, что потом сюда надо будет прийти, когда мы сможем. Вот теперь мы можем. Оп. Отлично. Что происходит? Вот шарфик не хочет туда приближаться. Будем называть это шарфиком, это существо. Может быть, не стоит взаимодействовать с вот этими черными? Но тьма оказалась добра к кочевникам.
Тьма прикрыла мятежников своим щитом. Истина будет раскрыта. Так, слушайте, у нас уже ноги прям чернее и чернее становятся. Просто у меня такое подозрение есть, а вдруг это какая-то типа как развилка. Допустим, есть две стороны конфликта. Красная и черная. То есть наш шарфик и вот эта тьма. Получено достижение соединения. Так. Вот сейчас меня прям реально терзают смутные сомнения. Может, мне не стоит просто вообще взаимодействовать с черными? Или нет? Потому что вот мы чернеем прямо. Меняемся. Может быть, это плохо, но хотя нам рассказывают историю еще какую-то, значит, это ж не должно быть плохо. Черт его знает, ребята, но очень любопытно. Опа, есть. Справа вижу еще одну картинку, которую тоже надо бы взять. С вот этими мы ничего не можем сделать. Может быть, потом сможем. Так вот, что они там делают? Происходит так, что-то есть под водой. Нам это что-то нужно взять, чтобы что-то сделать. И там новая способность еще. Ну да, очевидно, что здесь будет новая головоломка. Но давайте мы это, ребята, оставим уже на следующую серию. А здесь мы с вами прервемся и подведем первоначальные итоги по поводу того, что мы уже увидели про эту игру. Пока что я очень доволен, мне очень нравится. Сюжет пока что толком еще неизвестен, потому что немного непонятно. С одной стороны, как бы вот шарфик, его история. А с другой стороны, вот мы уже два раза получили еще кусочки какой-то истории. И не совсем понятно в итоге, а что же в действительности произошло и происходит? Что же мы делаем и что происходит с нами? Почему вот мы два раза взаимодействовали с чем-то черным и у нас уже черные ноги? Что это означает? Может быть, мы сами каким-то образом погружаемся во тьму? Вы можете выдвигать свои версии в комментариях, с удовольствием их прочитаю. Мне нравится механика
и некоторые элементы, которые здесь есть, допустим, вот эта вот белая штучка, которую нужно держать в руках, и тогда мы можем ходить под водой, по-моему, это вообще мега-супер, мне прям очень понравилось, довольно-таки необычно. Шарфик дает нам крылья, мы можем его улучшать, мы уже улучшили, получили возможность... использовать его как лиану. Здесь мы, видимо, еще какую-то способность получим новую. Это вообще супер классно. Чем больше способностей будет, тем лучше. Кстати, я уже понял, что там лежит под водой. Это рукоятка от вот этого рычага. Мы что-то здесь сделаем. Очень интересно, ребята, пока что я доволен. Надеюсь, ребята, вам тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока!